Может, это за люди вокруг тебя? Это канадцы. Что они тут делают? Выгуливают собак. А чего они все построились в очередь? Они все сдают своих собак. На что? В конце очереди будет видно, на что. Это много денег дают? Я не знаю. У нас нет собаки. Но ты обещал, что мы заведем. Что-что? Ты обещал, что мы заведем. Ну зачем мы в этой стране потом так с ними обходимся? Да, похож. Смотри, как вкусно точно. Конечно. Если серьезно, то сегодня здесь проходит фестиваль барбекю. Несколько команд соревнуются, у кого лучше всего получится барбекю. Можно приходить, кушать, это стоит порядка $10 за порцию. Но проблема состоит в очередях. Как видите, надо выстоять огромную очередь. Я посмотрю, что вторая команда делает. Я думаю, что все делают барбекю. Собака, кради ее, давай. Я отвлекаю, ты забираешь. Мы делаем вид, что снимаем Вову, на самом деле я пытаюсь снять парней сзади него. Можете наблюдать, что они типа это. Мусорщики, вы просто посмотрите на это. Мусорщики. Девочки, ну это чисто для вас, но я жду, когда они лицом. Я жду, когда они лицом повернутся. Мальчик, нет, ты делай вид, что ты позируешь. Они не поворачиваются лицом, я не виновата. Пойди покажи. Пошли, пройдемся. Ну, посмотрите, они грузят мусор. Надо их в украинскую полицию. Решеткой продают пиво. Туда нельзя пройти, пока не пройдете фейс-контроль. Надо показать документы. Кто-то привязал здесь свою собаку. Она так верно сидит и ждет. Выставили огромную телегу. Я же снимаю. Мужа на груди Франция. Чуть-чуть выше. Ну, почти.